зрительский дом на поклон. Войдя, я застыл у порога, увидел, как мать у икон за меня молила у Бога. Вечная слава Творцу, Иисусе, заступник, спаситель, помоги моему сорванцу, праведный, мудрый учитель. Не дай ему, Боже, не дай сумы и казенного дома, а упадет под стилай хотя бы немного соломы. Падая, чтоб уцелел и крылья опять расправил, в миру среди суетных дел тебя, мой Боже, прославил. А коли сберет темный путь, став для людей черной татью, кары разбей мою грудь, сердце предай распятью. Чтобы страдала мать, давшая миру Иуду, а сына не надо карать, отмаливать грех его буду. Не дай ему, Боже, не дай сумы и казенного дома, а он упадет под стилай хотя немного солом. Падая, чтоб уцелел и крылья опять расправил, в миру среди суетных дел тебя, мой Боже, прославил. Стоял у дверей, молитву матери слушал, кричала моя душа, словами покой не нарушив. Безумно и свято любить, грехи все на свете прощать можешь только лишь ты, милая, добрая мать. Не дай ему, Боже, не дай сумы и казенного дома, а упадет под стилай хотя немного соломы. Падая, чтоб уцелел и крылья опять расправил, в миру среди суетных дел тебя, мой Боже, прославил.